Камера, мотор, поехали! Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор каталога Oriflame номер 7, и он захватывает у нас майский месяц чуть-чуть, и уже переходит на лето, такое долгожданное, теплое, страстное лето, быстрее бы оно уже пришло. И начнем мы обзор с долгожданной новинки, это сумка серии Эсмеральда. Она превзошла все мои ожидания, потому что на картинке она смотрится все-таки не так круто, как она выглядит в жизни. Очень удобный формат, то есть она не совсем маленькая и небольшая. У нее замочек, и внутри мы видим один кармашек без молнии, просто для разной мелочи. И большой такой отсек, достаточно вместительный, за счет того, что у нее равномерные вставки идут по всему периметру. Сумка закрывается на молнию и у нас носится просто на ремешочке. Ремешок регулируется, вы можете его сделать длиннее или короче, носить или просто на плече, или перекинув через плечо. То есть вот такой и такой вариант очень красивый. Что мне очень понравилось, сумка выглядит очень дорого, не отличишь от кожаной вещички. И вот этот богатый узор просвечивается внутри фиолетовая ткань, как будто бы идет подсветка и объем. Сумка, конечно, смотрится очень круто. Беру ее с удовольствием, буду самая первая и вам тоже рекомендую, если хотите блистать этим летом. И дополнение к этой сумочке — потрясающий комплект. Такой необычный дизайн. Идут серьги, как будто две спирали друг с другом пересекаются. И украшением является камешек в цвет сумки, такой изумрудный, очень красивой огранки. Серьги у нас крепятся гвоздиками к ушкам, и это очень красиво дополняется кольцом. Сейчас его прям одену, сменю свое золотое с удовольствием на вот такое вот кольцо. Я думаю, что его можно регулировать, потому что кольцо не замыкается, можно немножко его раздвигать и сдвигать. И точно такой же шикарный камень, рельефный, очень богатый и красивый. Видите, что сумка смотрится замечательно. И что мне очень понравилось, в этом каталоге есть еще одна коллекция Aruba. И в ней серия тоже серьги очень необычного дизайна, это гвоздик. Часть одевается просто на ухо, без прокола. И одна серьга у нас идет навесная. И обратите внимание, что камешек здесь, то один из камешков очень похож с камешком на колечке. То есть вы можете выбирать серьги или из серии Эсмеральда, или из серии Aruba. Вот я, скорее всего, так и сделаю. Серьги возьму отсюда, колечко отсюда, и будет все очень-очень красиво. Ну и сразу покажу, что у нас вышел еще один комплект колечек. Их всего 6 штук. Они разного размера. И вы одеваете их на выбор, на любые пальчики. Это очень тоже красиво смотрится, так необычно, но немножко непривычно. Я впервые вот примерила такие колечки. Они одеваются на какую-то из фалангов, куда подходят. И немножко с непривычки такое ощущение, что я теряю кольцо. На самом деле держатся они великолепно. И тоже есть возможность их подрегулировать. То есть сделать или побольше, или чуть меньше. То есть как вам удобно. В этой же серии Aruba у нас есть очки. Но я даже их примерять не буду, мне такая форма не подходит. Если у вас есть возможность, обязательно померите в бизнес-центре. Но очки сделаны очень здорово. И вы посмотрите на наши модели, конечно, смотрятся великолепно. Также к очкам у нас есть чехол, такой достаточно плотный, жесткий, но в то же время такой легкий. И к нему салфеточка в розовых тонах для того, чтобы очистить стекло от пыли, да, и каких-то там нежелательных затемнений. В коллекции Aruba у нас еще есть такой ободочек, очень красивый, элегантная вещичка, такая, знаете, маленький штрих дополнения к образу. И вы можете такой ободок одеть на любую прическу, чтобы просто доиграть, дополнить свой образ. Очень красивая, нежная штучка. Также в этой коллекции у нас есть шапочка для душа, непромокаемая, тоже яркая, эффектная. И в тему же, да, в такой же тональности
косметичка, легкая, такая пузатенькая, в нее очень много войдет косметики, а летом она, конечно же, нам нужно очень много разных цветных тушей, теней, бальзамчиков, блесков. Кстати, как раз вышло два новых бальзамчика для губ серии Giordani Gold, два новых оттенка, один бежевый, другой такой темно-розовый. В чем их привлекательность этих бальзамов, то что у них SPF 12, то есть идет солнцезащитный фактор, в состав входит гиалуроновая кислота, и губы становятся более гладкие и объемные. Я брала уже такой бальзам в прошлом году, и я осталась настолько довольна, что с удовольствием повторю вот в таком цвете. Ну, еще нам осталось поговорить о двух тоже незаменимых аксессуарах. Это пилочки для ногтей, тоже очень красивые, которые с удовольствием у нас будут лежать в косметичке. И всегда пригодятся, чтобы подровнять маникюр. И еще одна особенная вещь. Такой свиток. На самом деле это отшелушивающее полотенце. Знаешь, что такие вещи с удовольствием используют в Турции. То есть на сухую кожу сначала делают пилинг, удаляют мертвые клетки, и только после этого уже, да, принимают душ с пенами, с гелями и так далее, да, с душистыми ароматными. Ну, такое вот интересное решение. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю, чтобы это лето для вас стало особенно ярким, солнечным и теплым. И до новых встреч! Если есть вопросы, пишите в комментариях. И если видео понравилось, то, конечно же, ставьте лайки. И будьте в курсе всех новостей. До встречи! Пока-пока!